Дорогие друзья, всем привет! Мы в прямом эфире. Анна Бойцова, руководитель отдела коммуникаций. И Иван Булкин, директор по развитию сети Faberlic. Итак, сегодня мы подведем итоги 5-го сезона и анонсируем 6-й сезон. Ну что, погнали? Вань, ну все-таки давай подведем итоги 6-го сезона. 6-го сезона, время летит быстро, вот уже середина лета, и правда сегодня чудесный день, чтобы подвести итоги 6-го сезона. Посмотрим с вами внимательно на рейтинги и узнаем, что ждет нас с вами в 7-м сезоне. Будет пару приятных сюрпризов, смотрите эфир внимательно. Ну это ты мягко вообще говоришь, сюрпризы будут... Не такие маленькие, очень интересные. Пару поэтому ждите, больших, смотрите эфир, да, сюрпризов. Будет даже не просто большой, вот такой вот будет сюрприз. Но смотрим ко давай всему, да, постепенно давай начнем подойдем. С итогов 6-го сезона, да. Все-таки. И по традиции в начале эфира, в начале этого розыгрыша мы подводим итоги сезона с признания лучших лидеров в рейтингах программы Faberlic Drive. Итак, мы начнем с рейтинга по максимально открытому званию в маркетинг-плане. Этот рейтинг вы все можете сами посмотреть на сайте Faberlic Drive. Итак, на первом месте по итогам 6-го сезона по рейтингу по максимально открытому званию по маркетинг-плану у нас партнер Саида Раджабова. Поздравляем! На втором месте партнеры Анна и Антон Кононова. На третьем месте партнеры Оксана и Сергей Гулымановы. На четвертом месте старшие международные директора Джафарова Фарангиз и Хафизов Алишер. И на пятом месте Татьяна Иванова и Антонина Ларченко, старшие национальные директора. Поздравляем вас и продолжаем наш рейтинг топ-10. Шестое место занимает Наталья Жук, старший национальный директор. На седьмом месте семейный контракт Светлана и Олег Заварухины, старшие национальные директора. Восьмое место Марьям Умарова, старший национальный директор. Девятое место занимает Манижа Саторова, национальный директор. И десятое место у Светланы Токиной, национального директора Faberlic. Поздравляем вас всех! Ну что ж, и перейдем к рейтингу по количеству драйвов. Это самые активные участники программы Faberlic Drive. Итак, на первом месте по всей компании, по итогу 6-го сезона, по количеству накопленных драйвов у нас серебряный директор Валерия Алексеева. Поздравляем! На втором месте директор Татьяна Боброва. На третьем месте серебряный директор Ирина Плющева. На четвертом месте элитный директор Татьяна Казакова. И на пятом месте Ирина Казакова, серебряный директор. Шестое место занимает Елена Селиверстова, бриллиантовый директор. Седьмое место Алена Штергель, директор. Восьмое место Фарзона Нигматова, старший директор. Девятое место Сивар Махамадиева и Халбек Изатулаев, семейный контракт «Золотые директора». И десятое место занимают Анна и Антон Кононова, партнеры. Ну и по традиции мы сделаем сейчас признание топ-1 лидеров в каждой из стран. Итак, пройдем сейчас по всем странам и назовем самого крутого лидера в программе Faberlic Drive с самым большим количеством накопленных драйвов за сезон. Итак, Азербайджан. На первом месте старший вице-директор Севиль Мамедова. В Армении первое место занимает Светлана Баласанова, старший директор. В Беларуси на первом месте Татьяна Тишко, старший директор. Грузия. Первое место занимает старший директор Иамзе Турдзеладзе. Казахстан. Первое место директор Ирина Казадаева. Кыргызстан. Первое место Аида Бекешева, рубиновый директор. Первое место в Монголии Жанчиф Гунрыджав, старший директор. В России первое место занимает Валерия Алексеева, серебряный директор. А в Таджикистане на первом месте старший директор Фарзона Нигматова. И в Узбекистане первое место занимают золотые директора, семейный контракт Севара Махамадиева и Халбек Изатулаев. Друзья,
мы подвели итоги 6-го сезона. И, наверное, самое время уже перейти к 7-му сезону, рассказать коротко, что же в нем такого интересного будет, про что мы вначале говорили. Да, но для начала узнаем, сколько он будет длиться. У вас есть целых 5 периодов, чтобы принять участие в розыгрыше. И отдельно сейчас скажем все-таки про розыгрыш. Давайте вот подумаем, вспомним, какие у нас с вами крупные, самые главные подарки были за полтора уже почти года существования программы «Faberlic Drive». Ну, конечно же, мы помним, много поездок мы разыгрывали. Вообще каждый розыгрыш мы разыгрывали поездки. Поездки. Верно. Путешествовать мы любим, это правда. Да. Было много разной бытовой техники, много продуктов из ассортимента Faberlic, много-много сюрпризов, да? Да, были денежные сертификаты, но вот кое-чего не было. Да, в драйве еще один есть один такой подарок, который все очень любят, но мы его почему-то до сих пор не разыгрывали. И сейчас мы решили, что пора бы его разыграть, что-то такое вот. Пора вот такого на, размера, на, да. На новые масштабы. Да. Итак, мы рады анонсировать один из главных призов нового сезона, 7-го сезона, который продлится с 10 по 14 период. Это автомобиль. Вань, ну ты как мужчина должен рассказать про этот автомобиль. Я вот могу про поездку в Дубай рассказать, которую мы также будем разыгрывать, поездка на двоих. Ну, про автомобиль вы сами видите, что это современная, очень хорошая машина, которая будет разыграна. Про это я еще не говорил, она будет интересно разыграна, да. Придержим сюрпризик. Да, ну, давайте, да, придержим это. Будет крутая машина. Конечно же, мы не изменим традиции, и в этом розыгрыше также будет разыграна поездка на двоих, в этот раз в Дубай. В Дубай. Да. А еще у нас есть замечательные, очень нужные каждому призы, это ноутбук, смартфон, 10 призов по 10 тысяч рублей. Ну и чтобы подарки получили как можно больше участников программы, практически все получают, у нас будет 40 тысяч подарков из ассортиментов Faberlic. Это и уход за лицом, за телом, за волосами, макияж от Glam Team и многое другое. Да, мы постараемся выделить, то есть не постараемся, мы точно выделим такое количество подарков, чтобы каждый лидер, у которого есть хотя бы один золотой драйв, смог поучаствовать в этом розыгрыше и точно получил подарок. То есть этот розыгрыш впервые в программе Faberlic Drive будет беспроигрышным. То есть вы в любом случае получите один из перечисленных призов. Ну и если уж мы решили делать этот розыгрыш таким масштабным, пройти он также должен красиво, масштабно, ярко. Поэтому на большой сцене. На очень большой сцене, на полюбившейся нам сцене. Поэтому розыгрыш по итогам 7-го сезона Faberlic Drive пройдет на конференции, на лидерской конференции Faberlic 12-13 октября в Острове Мечты, концертный зал Москва, который мы с вами так все, правда, искренне полюбили. Видим очень много обратной связи замечательной. И именно там мы разыграем эти подарки, призы, и будет масштабно, ярко, если вы вдруг еще не успели приобрести билет. А я не верю, уверена, что все участники драйва уже давно все прикупили, сложили, ждут. Но если вдруг вы не успели или ваша команда, обязательно делайте это, и будет много ярких событий, в том числе и розыгрыш. Да, это конференция на целых 2 дня. И представьте, как масштабно и как красиво мы устроим этот розыгрыш. И прямо со сцены мы определим, кто же станет обладателем автомобиля, поездки в Дубай, ноутбука, смартфона и многих-многих других призов в этом сезоне. Ну что ж, стимул большой, поэтому драйвы надо зарабатывать уже сейчас, чтобы накопилось как можно больше золотых драйвов. И я думаю, что многие из вас уже посмотрели на активности, которые сейчас действуют. Но давайте еще вместе посмотрим, быстренько пробежимся по ним. Итак, у нас есть 2 акции, которые дарят участникам, только участникам Faberlic Drive, очень приятные скидки. Это 45% на тональные средства от Glam Team, 70% скидка на 4-е средство ICUL. Все условия опубликованы на сайте. Читайте внимательно, забирайте скидки, пользуйтесь удовольствием. Что да, еще? Быть участником Faberlic Drive выгодно, потому что только для участников в рамках этих акций доступны вот такие скидки.
Ну, знаете, я каждый раз вот в эфире я рассказываю, напоминаю, как получать золотые драйвы, как участвовать в этом розыгрыше. Давайте, наверное, еще раз это Давай повторю. Напомним. Я вот каждый эфир уже полтора года все это рассказываю. Золотые драйвы даются за каждые 100 драйвов, накопленные в нашей программе. Ну, как вы знаете, чтобы получить 100 драйвов, достаточно сделать 100 баллов личного объема. А вы, как VIP-консультанты, конечно же, их делаете. Просто участвуя в программе Faberlic Drive и просто делая по 100 баллов личного объема, вы уже каждый период зарабатываете по золотому драйву. А участвуя еще в дополнительных активностях, вы получаете еще больше драйвов. А вместе с ними и золотых драйвов. Каждый золотой драйв – это билет на участие в розыгрыше. Чем больше у вас золотых драйвов, тем выше шансы на победу. Потому что от вас будет больше билетов, и какой-то из них обязательно что-нибудь выиграет. Что ж, идем дальше. Следующие активности, которые у нас объявлены на ближайший период, это продвижение крутой туши «Wow So Long». Мы организовали две акции. Первая – это купи 5 и более туш и получи 30 драйвов. И второе – мы, конечно же, поддержали эту активность челленджем. Выкладывайте посты в соцсети и получите еще 30 драйвов. Да, друзья, не забывайте ставить, указывать хэштеги, которые прописаны все также на сайте. Хэштеги должны быть обязательно везде. Идем дальше и смотрим. У нас еще одна акция со скидками, на этот раз на БАДы Molecula Force. При покупке в 10-м периоде 2 БАДов вы получаете скидку в 11-м периоде 70%. Но что очень важно, это акция кратная, поэтому чем больше вы купите БАДов по списку, который есть на сайте в этом периоде, тем больше скидок получите в следующем. И что у нас Идем дальше. Еще? Конечно же, это челленджи. Вы все знаете наш проект, социальный проект «Друг из приюта». И мы в драйве не проходим мимо. Мы, конечно же, поддерживаем этот замечательный проект. Поэтому призываем всех участников драйва делиться об этом проекте, рассказывать о нем в своих социальных сетях и скидывать ссылки в драйв. Таким образом, мы все вместе создаем тренд и рассказываем все большему и большему количеству людей о таком важном проекте. Ну и главное, не забывайте подписываться на канал «Друг из приюта». Там очень много наших четвероногих друзей ждут вашу поддержку. Да, ну и, конечно, челлендж, тоже, который мы разместили. Челлендж, направленный на посуду, на инструменты приготовления от Faberlic. Готовьте дома, показывайте, что у вас получается в социальных сетях, и также получайте 30 драйвов за такой пост. Ну вот это были, пожалуй, все активности на 10-й период. Золотые драйвы можно копить уже прямо сейчас, прямо сегодня. И пора переходить, наверное, то, ради чего мы здесь собрались, и разыграть наши подарки по итогам сезона 6. Итак, да, на экране мы видим очень много разных подарков. В этот раз подарков действительно они разные, интересные. И сейчас мы просто пойдем по цепочке, начиная с 5000 сертификатов по 300 рублей и дальше, выше, 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 и дойдем до розыгрыша ранее анонсированной поездки в Таиланд. И увидим, кто же наши счастливчики. Определяем победителя. 5000 сертификатов по 300 рублей. Сейчас здесь будут появляться номера золотых драйвов, которые выиграли. Наверное, напомним, что не нужно переживать и запоминать, пытаться найти здесь ваш номерок. Он обязательно отобразится в личном кабинете на сайте программы Drive Faberlic. Розыгрыш проведен. Определено 5000 обладателей сертификатов прекрасно, по 300 рублей. Прекрасно. Да. Как я люблю. Вот да. Сколько мы за 15 минут эфира приносим положительных эмоций. Сейчас 5000 билетов, человек улыбнулись. Да. Билетов. Билетов, да. Да. Итак, что идем ж, переходим дальше. А дальше мы разыгрываем ароматы, с которыми вас знакомила Наталья Юшкинина на цифровом форуме в июне. У нас 3 летних аромата. Аромания, женский парфюм. Давайте переходим к следующему. Не будем затягивать, да, потому что... Да, 3 разных по 300 да. штук. Когда все эти розыгрыши проходят, давайте следующий стартуем. Когда все эти розыгрыши здесь проходят, в рандомайзере, определяются случайные билеты,
а дальше они все перегружаются прямо на платформу Faberlic Drive, чтобы не надо было вот искать отсюда свой номер, выписывать, потому что раньше, я помню, в первых розыгрышах мы получали, вот прям прислали нам скриншоты со своими номерами. Чтобы все это упростить, не нужно было вот так вот делать, мы эти билеты сразу перегружаем в Drive, и вы можете зайти в свой личный кабинет в Drive и увидеть победившие ваши золотые драйвы. Мы поздравляем победителей, с парфюмом мы разобрались и переходим к чему? К уходу за лицом. Крем для умывания Айсиул, 300 победителей, 300 номерков сейчас выиграют. И розыгрыш происходит. Идем, вот они, будет? Номера билетиков. Проверяйте свои личные кабинеты. Уверена, вы победили. Ну, переходим к следующему. Дальше теперь у нас криосферы для лица. Ток криосфер для лица. Проходит розыгрыш. И вновь сейчас мы видим номера билетов. Вот. Эти уже умещаются. Вот 100 помещается на экран. И переходим. Спасибо, обладатели. Дальше переходим к набору Axiology. Дневной крем и кислородный спрей, который мы все так очень сильно любим, особенно в такую жаркую погоду. Здесь у нас в студии работает кондиционер, но все равно чувствуется это жаркое лето. Да, 100 победителей определены, поздравляем. 100 наборов ушло. Поздравляем вас, идем дальше, переходим. Косметики для дома. За собой мы поухаживали, парфюмом попользовались. Теперь время стирать и убираться. Биокапсулы. 1000 упаковок биокапсул для стирки. Так, победители определены. Есть победители. Идем дальше. Мы уже два ряда прошли. Переходим к третьему ряду. 9-й лот. 1000 чистящих паст. Определяем победителей. Да, действительно, разнообразные подарки, такой жаркий эфир, жаркое лето сейчас, шикарная погода. В общем, победители определены, поздравляем. И что ж, друзья, переходим к следующему. Мы уже совсем близко к розыгрышу поездки. 100 тостеров. Но пока что у нас 100 тостеров вместо поездки, 100 тостеров. Ваши идеальные завтраки сейчас разыгрываются. Идеальные помощники на утро. 100 победителей у нас есть. И мы приближаемся потихоньку, но еще у нас есть 100 подушек для спины. Очень удобная штука на самом деле, особенно для тех, кто проводит длительное время в компьютерном кресле или за рулем. Кстати говоря, я думаю, можно вполне себе использовать в длительных поездках. Разыграно. Ну и что, это самое волнительное? Щекотливый момент, да, когда... Кто будет радостный, радостный момент. Одна поездка в Таиланд. Ну что ж, давайте. Так, внимание. Победитель определяется. Татьяна Карпова. Заходим в профиль и смотрим. Россия, Республика Бурятия. Ну что ж, Татьяна, мы вас поздравляем от всей души. Вы выиграли поездку в Таиланд. Татьяна у нас старший директор. А можно прокрутить еще нам экран, пожалуйста, вниз? Посмотрим. Старший директор, уровень VIP-100, 100 периодов подряд. Татьяна выполняет статус VIP-консультанта. Да, еще у нас Татьяна состоит в Лиге предпринимателей. Ну, в общем-то, смотрите, да, владелец пункта выдачи, да, сколько много наград. Участвовала в других сезонах, да. И победитель предыдущих розыгрышей в том числе. Что ж, Татьяна, эта поездка точно вас ждала. Мы вас поздравляем. Желаем прекрасного путешествия. Скоро с вами свяжутся наши сотрудники и все расскажут. Ну, еще раз поздравляем всех победителей розыгрыша, всех участников рейтингов. Мы в этом эфире назвали только по 10 человек в каждом рейтинге, но на самой платформе вы можете видеть разную географию, там 100 победителей в каждом из рейтингов. То есть мы всех поздравляем от всей души, желаем еще больших успехов и увидимся 12-13 октября на большой лидерской конференции в Москве, где мы, помимо много-много всего вот другого интересного, мы еще проведем розыгрыш вот этих крутых подарков. И автомобиля, поездки. Наконец-то мы будем не онлайн, а офлайн все вместе с вами встретимся вживую. То, ну, сколько можно же через камеры общаться. Поздравляем вас всех и до встречи на конференции на следующем розыгрыше. Всем пока!